Сегодня мы проведем по-настоящему зрелищный эксперимент. Ребята из канала Варгонзе попросили нас испытать на прочность вот этот вот автомобиль «Запорожец». Трамплер запасной. ФМ, вроде вот он что-то там ловит. Я 2 килограмма карбита притащил. Теперь необходим твой научный подход. Что будем делать с ним? Нам нужно погрузить его в воду, начнет выделяться взрывоопасный газ ацетилен и заполнит равномерно весь салон. Ну как-то же должен он детонировать потом. Кто будет это все поджигать? Ну понятно, мы туда не полезем поджигать, это очень опасно. Мы передадим искру через вот этот провод от нашего шокера. Блин, страшно, Саня, меня только не ударит. Не должно. То есть вот здесь сейчас появится искра. Есть искра. Есть, есть. Все, супер. И меня, блин. Система работает, изоляция держит, током не бьет. Слава богу. Запал устанавливаю на заднее сиденье, чтобы вам, зрители, на кадре было хорошо видно, как произойдет возгорание. Наш каскадер Нафаня давно мечтал стать космонавтом. И он с радостью согласился испытать на себе эти перегрузки. Давай, брат, удачи тебе! Семен, нужно обязательно плотно закрыть окна, чтобы газ внутри скопился. Сейчас сделаем, Сань. Сыпем карбид. Давай. Печку мы потом включим. Да. Засыпаем сюда. Нам зато удобнее его потом будет выдернуть оттуда, если он загорится. Фу, как воняет. Фу, всю воду выливаем. Что полностью карбид покрыло? О, пошла первая реакция. Да. Ну, они все, хватит, наверное. А то сильно пузыри какие-то пошли. Закрываем. Ох, там на фане не сладко. Или плотнее. Вот так пойдет. Добавим в салон кислорода, чтобы карбид не задохнулся. Внутрь его туда больше засунуть. Этот кислородный баллон такой опасный. Может взорвать его в следующий раз? Уходим. Как ты думаешь, что же произойдет с Зазиком? Выдержит ли он такое издевательство? Я хорошо запомнил, что этот карбид вытворяет с бочками. Поставь на паузу. Интересен твой вариант. Друзья, заметил много вопросов, какой мотор-колесо мы использовали в предыдущем видео. Большую часть товаров для экспериментов мы покупаем на Алиэкспресс, как и это мотор-колесо. 11 ноября здесь будет всемирная распродажа. Часто продавцы завышают цену, а потом делают якобы большие скидки. Чтобы найти лучшее предложение, продавец нас не обманул, мы используем расширение Алирадар. Оно покажет, как менялась цена на товар и рейтинг продавца, и поможет избежать переплат и проблемных покупок. Алирадар покажет вам то, о чем не хотят говорить продавцы. Ссылка в описании. Теперь остается подождать, пока выделится достаточно этого взрывоопасного ацетилена. И можно взрывать шокером. Люблю этот волнительный момент взрыва. Ох, сейчас будет жарко. Ну что, все готовы? Поехали! Ничего! Осторожно, в нашу сторону летит! Ничего! Багажник прилетел! Ничего себе! Где мы теперь камеру? Вот это мощь! Ой!
Нет! Тушим, тушим! Не волнуйтесь! Нет, нет, Сань, возьми, возьми! Тебе, выгляньте, что это просто! Где тряпка? Тушим! Бля! А где Нафаня? Мама, Рой, я такого никогда не видел! Бензин, бензин тушим! Бензин, 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 бензин! Это тоже бензин горит! Все, тут затушено! Бензин, бензин, надо перебить огонь! Нафаня! От Нафани остался один нос! Посмотрите на его мордашку! Блин, Нафаню приходится собирать по частям, реально. Как могло так раздеть машину? Ее просто раздела Запорожец. Кстати, Кока-Кола цела. Кока-Кола выдержала. Можно пить. Она даже не продырявилась. Очень странно. С запахом карбита. Ребят, вот смотрите, еще отнесло сюда. Да, снимать надо, снимать. Смотрите, это вот до сюда отнесло, блин. Это покруче, чем голливудские фильмы. Да. Где же наша камера? Я уверен, что она целая, только её надо валяться уйти. Руинами. Вон, нифига себе, запчасть куда одну утянула. Паш, смотри. Видел? Да это крышек. Ничего себе, крышу снесло, блин, Запорожцу. Нас просят после съемок всегда убирать за собой мусор, что мы, в общем-то, и сделаем. А потом все это вывезем. Не, я думал, она будет еще работать, а она не работает. А эту ручку скрутим. Я нашел вашу GoPro. Целая? Целая. Да ее контузило, скорее всего. Да, дисплей разлетелся в дребезги. Не, не включается. Но зато есть флешка. Горячая-горячая, кстати. Это в Запорожцах дверь. Если передняя вот здесь есть, то это, видимо, задняя. Ха-ха, так сзади нет у него дверей, это кузов. Оторвало полностью перед. Так у него кузов полностью пошел. Никогда не пытайтесь повторить это. А лучше смотрите, как это делают профессионалы. Потому что в этом случае профессионалы тоже чуть не наложили. Какой взрывной эксперимент ты хочешь увидеть в следующий раз? Мы закажем контейнер с мусором. Кстати, мусор мы убрали с леса. И взорванное авто успешно вывезли. А запчасти пригодятся нам для новых изобретений. Зато аккумулятор целый. Это сама печка. Запорожец. Это самая ценная вещь. Карбюратор. Короче, это надо тоже забрать. Ребят, у меня есть супер новость. Meizu запустила конкурс среди блогеров и их подписчиков. То есть побеждаешь ты. Побеждаю и я. Приз – это крутой музыкальный смартфон Meizu Pro 7. Точнее, сразу два смартфона. Один для блогеров и один для подписчиков. Meizu Pro 7 – это двойная камера, встроенный музыкальный чип и самое главное – второй экран. Теперь можно делать селфи на основную двойную камеру. Условия конкурса простые. Подпишись на группу Meizu ВКонтакте, на их Инстаграм, заполни Google форму, ссылка в описании.